Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, заберем с тобой награды. Так, друзья мои, сегодня никаких персонажей открываться не будет. Сегодня я, ну, просто, ребят, сделаю серию такая, общая. Без открытий, без всего. Хотя, может быть, кто-нибудь вдруг у нас и откроется. Хотя это маловероятно. Так, забрали. И последняя награда. Тоже, ребят, забираем. Так, окей. Наверное, многие уже знают, что у нас в игре добавили новых персонажей. Вот, например, один из них. Это Красный Гоблин, друзья мои. Так, у нас тут в ад и назад. Что это такое? А, ну это я понял. Это у нас было в ад и назад. В ад и назад. Опять же, ребят, не могу пройти дальше, потому что мне не хватает рыцаря. Темного рыцаря мне не хватает. Здесь мне не хватает вот этого симбиона. Все, наверное, уже помнят. Для того, чтобы пойти дальше, мне он нужен. Вот он, рыцарь пустоты. Но у меня нету, поэтому я дальше не могу, ребята, тут двигаться вообще никак. И такая же система у меня происходит в ад и назад. Тоже я дошел до определенного момента. Так, не здесь, получается, вот тут, да? Мне опять же нужен, друзья мои, персонаж Черный рыцарь, блин. А у меня его нету, все, и хоть ты тут, блин, тресни. Как-то вот это вот бесит, конечно, что вот так вот делают они. И теперь, пока я его не получу, я не смогу дальше проходить эти события. Ладно, фиг с ним. Такс, давай зайдем в припасы. Так, здесь у нас... Ага. Забираем. Санспот тоже забираем. Так, здесь тоже забираем. Блин, сердечки кончаются прямо на глазах, друзья мои, тает. А было их где-то около 200 тысяч. Да, быстро, конечно, истекает. Так, заодно сразу купим с тобой три каких-нибудь... Три предмета. Вот это возьмем. Что у нас тут еще по минималке? Ну, давай вот это вот скупим. Вот это приобретем. Так. Рентгеновский снимок какой-то непонятный. Пока все получается. Так, давай глянем, что у нас тут. Ну, это вот это беспонтовка. Потому что здесь одни дубликаты, ребята, будут выпадать. 100% тебе говорю. Один, второй, третий, по-моему, там максимально третий уровень или четвертый. То есть все это у меня уже давно-давно прокачано. Так, все, потратили. И последний. Кстати, вот 675, ребята, стоит сферка. Поэтому копить, копить и копить. И опять же тебе там не дадут слишком много. Там 1-2 максимум. А для того, чтобы открыть, я уже не помню, ребят, сколько нужно. Именно. Сколько нужно именно этих карточек на Черного рыцаря. Ну, наверное, сотка, как всегда, не меньше. Я сомневаюсь, что там за 50 откроется нам. Хотя это можно все посмотреть. Я не поленюсь и гляну, друзья мои. Так, ну, мы видим спасительницу. У меня, ребята, уже пошла на кристаллы. Так, смотрим. Так, ну что у нас тут? Вот, призрачный гонщик. Это, ребята, из новых. Из новых персонажей, которые будут введены в игру. Старбренд. Это примитивная... Как бы тебе это сказать? Короче... Доисторическая группа мстителей. Вот так вот, доисторическая группа мстителей. И Черный рыцарь, вот он. Засосала его там в какой-то портал в наше время, короче. И вот он теперь с эбонитовым клинком бегает и всем дает эти эбонитовые звездюли, скажем так. Давай посмотрим, что у нас тут в этапе что-то успел сделать. То есть тут ничего, ребята, не будет такого суперского открытия. Можете даже, если честно... Если хочет кто-то там видеть открытие нового персонажа, нет, можете сразу, ребят, закрывать и пропускать этот видос. Сегодня просто вот похожу
позарабатываю какие-нибудь плюшки. Просто это будет все у нас, как говорится, в кадре. Обычно я за кадром это делаю, но сегодня будем делать это в кадре. Так, здесь тоже подзаработаем сейчас чуть-чуть. Ну, соответственно, здесь, конечно, ватники для моей команды. Я не скажу, что команда, ребята, супер-пупер. В данный момент только лишь вот Пустельга и Спасительница имеют более-менее достойный уровень. Сколько нам еще там надо? Так, десятку мы сделали. Раз, два, три, четыре. Еще четыре, да? Еще четыре. Так, раз, два. Ага. Значит, еще разок нужно. Раз, два. Там четыре надо, да, было? Ну, три. Блин. Да, один. Один не добрали. Давай еще раз крутанем. Окей. Так, забираем наши все эти награды здесь. И переходим уже на вот это вот, ребят. Ну. Раз, два, три, четыре, пять. Пять сразу же, да? Шесть, семь. Так, семь получается. Ну, забираем семь наград. То есть до фулки нам еще надо будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще семь. То есть всего 14 событий, да, получается. Так, ну что, забегаем в магазин. И, друзья мои, начинаем открывать по одной. Так, Спайдермен. Забыл, как его звать. Каратель? Нет, не каратель. Неважно. Так, Гвенпул. Понятно, это спецназовец. Это АИМ. Я же забыл, как увеличать. Кроссбоунс, который нафиг мне не нужен, он фулка. Опять АИМка. Опять АИМка. Получается все. Так, открываем, наверное. Давай вот это вот. Откроем здесь. Что, естественно, хорошего тут не упадает. Это на разборку. Так, 541. Что я, ребят, качаю? Кто мне напомнит? Не помнишь, и я не помню. По-моему, Кейджа. О, да. Ребята, Кейдж получает повышение. По-моему, максимальное повышение, если я чего-то не путаю. Да, максимальное повышение он получает сейчас. Так, заходим в сферу. Еще здесь, ребята, осколки. О, Икар. Какой Икар, блин? Икар. Йо-йо, 15. И последнее. Забыл я как его. Слушай, ну у нас получается сейчас... Блин, опять эти двое тут. Один, два. То есть, ну, дубликаты. Ничего, ребят, здесь хорошего нету. Дали бы мне лучше бы, блин... Так, каратель. Марвел. Забыл, как ее звать. Короче, подруга Халка. Грут такой себе, ребят. А, наверное, синяя сфера, да? Скорее всего, да, синяя, ребят, сфера. Угу. Ну, что, тут потрачено у нас. Здесь синее снаряжение. Осколки, точнее. Так, пора теперь, наверное, нам ежедневки вскрывать. Так, золотая возможность. Все, идем открывать с тобой ежедневки. Поехали. Получить, получить. Надо кого-то, блин, прокачивать. Кого, пока вот, ребят, даже не знаю. Так, вклад я пока сделать не смогу. Я могу сделать только три миссии в компании Иза. И
Так, а тут нифига у нас нету. Вот здесь вот. Идем, ребят, в самый край. 66 энергии всего лишь. Но, ребят, я хочу здесь уже докачать. Донайти вот этого парня полностью. Дособирать. 6, неплохо. Еще 2, это 8. Нормально. Так, дальше. По-моему, там рейда надо было, да? 2 рейда пройти. Так, здесь заберем с тобой легкие награды. Ну как легкие, нормальные, 9400. То есть, по-моему, 3 сферы я могу открыть. Вступить. Ну давай здесь. Поехали, вступляемся. Вступляемся, ну и слова ты, Рей. Как скажешь, я начну с низов, ребят. Я не буду туда вверх идти, потому что вверх все будет усложняться, а меня вполне и вот здесь вот устроит. Так, кто-то там получает шестую красную звезду на Ника Фьюри и седьмую красную звезду для Саблезубова. Пойду я, наверное, по самому такому минимальному пути. То есть, получается, 5. Пятиходовочку сделаем. Мне не нравится только сейчас вот... Кстати, друзья мои, кто мне вот кидал недавно сообщение, в клан меня приглашал... Я не знаю, друзья мои, я пишу, вот нажимаю на сообщение, у меня оно проматывается, и я дальше не могу вернуться. Я даже не могу посмотреть, кто мне писал, потому что это все не сохраняется, друзья мои. И меня это раздражает очень сильно. То есть меня приглашают в новый клан, я даже не могу понять, в какой. То есть я не успеваю даже посмотреть. Вот что меня, блин, взбесило. Почему так происходит все? Контакты. Вот кто-то вот из этих ребят, так, 160... Вот, 9 часов назад, Strike Team, Retron. И вот что он там написал, блин, я даже не знаю, ребят. Могу только написать так вот. Он там что-то было написано, и я, ребят, вот серьезно говорю, только нажал, и все, у меня промоталось, и я пропустил. Не увидел же, что было в сообщении написано, так скажем, блин. Тут, ребят, даже 5 сфер. Слушай, но, блин, циклоп. Ну, циклоп у нас полностью прокачан, поэтому он минус, как говорится, да? Так, Кэти Прайд. Ну, Кэти Прайд нормально, ребят. О, 10 еще сверху капнула. Опять циклоп, да вы издеваетесь, блин. Пипец. 20 карточек. Вот, ребята, вместо этого мог бы быть какой-нибудь нормальный персонаж выпасть. Ну, по крайней мере, карточки на него. А в моем случае это все туфта. Все ушло в циклопа, все ушло в никуда, можно так это назвать. Так, слушай, здесь сколько у нас? 791. То есть я могу приобрести. Так, приобрести... Кого докачивать? Этого будем, наверное. Существо. Ну, пускай будет существо. Так, теперь переходим в персонажи. По-моему, там у нас Кейдж прокачивается до максимума. И все, по-моему, только Кейдж. Сейчас глянем, ребят. Кейдж. 300 из 300. Отлично. Новый ранг. Последний максимум. О-хо-хо-хо-хо. Он еще и звезду получил, ребята. Ну, не звезду, а кристалл. Нормально. И я доволен. Такс, и посмотрим. Оу, обвинитель Ронан тоже, ребята, получает у нас повышение. Слушай, шикарно. Шестую звезду, ребята, он урвал все-таки. Так, давай посмотрим, кстати. Сейчас, секунду. Хватит у меня, нет? На повышение. Хватило. Отлично. Прекрасно. Так, доктор Осьминог, ребят, прокачался. Еще немножко на изо. Это меня уже радует. Так, я вот думаю, ведьму, наверное, ведьму, ребят, докачать. 85 уровень нужен. Сейчас посмотрим по тренингу, сколько.
Эх, 84-й. Чуть-чуть не хватает, друзья мои, чтобы... чтобы ее докачать. Слушай, у нее 7 звезд, блин. Блин, 85 уровень. Там буквально капельку не хватает. Ладно, я думаю, добьем. Икар у нас, ребят, тоже, в принципе, готов прокачаться. Надо нам только лишь до какого-то... какой у него там уровень? 75-й, 74-й. То есть до 75 уровня, и он, ребята, тоже у нас качнется. Так, здесь Йонду. Зазубренное лезвие. Давай прокачивать ему до 6 уровня. Так, ну давай Венома, фиг с ним. Насилие прокачай ему. Тоже, ребят, до 6 уровня. Сейчас быстренько пролистаю, посмотрю. О, на железного человека есть деталька. Так, Унилуч. Ракетный залп. Ну, пока есть, ребята, вот эти вот стоит тратить. Хоть железный человек сейчас и не в моде, но, ребята, с Капитаном Америкой он еще до сих пор дружит. И ихнюю... как это назвать-то? Ихнюю комбинацию еще пока никто не отменял. Ну, ты понял, да? Лазер через щит, я ее называю. Так, здесь у нас что? Джубили. Карнейдж. Я, наверное, сюда волью. Тоже, ребята, уже Асгард — это устаревшая команда, но, тем не менее, мне нужно их прокачивать до... для того, чтобы... как тебе это объяснить? Для того, чтобы делать некоторые задания. В некоторых заданиях, блин, вот как ни крути, ребята, требуются старые персонажи, понимаешь? И игнорировать их, как бы, ну, нет смысла. Так, у Кои, например. У Кои тоже, ребята, кое-где она присутствует. Например, в последних в этих событиях, блин, она мне нужна была. Она у меня не прокачана, я на слабачка такая. Из-за этого я проигрываю. Вот, Ронин. Тоже, кстати. Он, кстати, очень, ребята, неплохой боец. Ронин, мне нравится, он вешает кровотечение. То есть раньше как-то я его не особо долюбил, но потом, когда просто мне пришлось им поиграть в команде, я понял, что этот парень, ну, могет, одним словом. Так, ты не хочешь у меня Доктор Стрэндж улучшиться? Ну, это, естественно, ребята, из команды магов. Вот как раз здесь ведьма, Стрэндж бессердечный. Потом идет Агата Хартнес. И... блин, еще кто-то туда в эту... в эту команду входит, не помню, ребята, сейчас не хочу. А, Вуду, Вуду входит еще, вот. Вот у них такая команда здесь идет. Вот этот вот агент США, на самом деле, ну, я не знаю, ребят, для чего он нужен. Куда он нужен. Я не видел таких событий, где бы он там нам пригодился. Вот, доктор Вуду еще туда входит, в ту команду. Фотон тоже, ребят, не знаю, к какой он команде принадлежит. Ага, вот, еще Китти Прайт у нас, ребят, получает новый ранг. Шикарно. Ё-моё, 6-я звезда. Там 7-я даже у нее. Корячится. 7-я звезда. То есть тянет на максималку. Хм. Так. Песик, ребята, у нас прокачивается. Космо. Так, Санспот. Чуть-чуть, ребят, не хватает, чтобы он получил... 4-ю звезду. О, стрелок Гидры. Ребята, этих хламонов тоже нужно качать для определенных заданий. Ну, вот серьезно говорю. Там даже так есть. Гидры, спецназовцы и тому подобное. Так, теперь что? Блин, ну Кейдж, вот меня радует, что Кейдж, ребята, получил вот это вот усиление. Это, конечно, круто. Мне надо прокачать, ребята, гоблина. До... какого там? До 16-й категории. Доктора и... и Мистерио. Чтобы они принимали у нас участие в событии. Пока, как ты видишь, деталей нету нужных. Так, зато мне нужно... точнее, можно сейчас найти...
Так, Капитан Америку. Пошли искать на него осколки, короче. Восемь. Так, следующий у нас пойдет Псайлок. Сотка, ну давай сотку вольем. Тоже восемь. Так, дальше. Каратель. Блин, а что, нельзя? Нельзя, по ходу дела. Я думал, что у нас есть энергетические эти замены, но нету. Так, сколько я там получил? Мне хватит для ведьмы? Там же на ведьму нам не хватало чуть-чуть, да? Черт, куда она делась-то? Где-то же здесь. Вот она. Блин, думал, добью. Совсем немножко не хватает. Вот прям чуть-чуть. Да иди ты отсюда. Прям, блин, ребята, чуть-чуть. Так, сотка здесь еще корячится. Так, тратить энергию. Прогресс Иза. Вот Иза давай теперь. Ну, Иза здесь попроще, ребята. Нам надо кого? Опять же гоблина. Смотрим, на гоблина не хватает вот этого вот. Уже я задолбался, ребят, сколько уже ищу, и все никак не могу накопить ему. Как-то очень медленно идет накопление. О, сразу же нашел, сколько нужно. Слушай, это прикольно, Ой, блин, зачем найти-то? Прикольно в том, что он сейчас перейдет на ИЗа 8 первой категории, ребят. Надеюсь, у меня хватит энергии, чтобы перевести его. Ну-ка, хватает. Друзья мои, он даже... А, тут двоечка всего лишь. Ну ладно, вкачиваем. То есть, если бы здесь было бы 4, было бы вообще ништяк. Еще не факт, что, ребята, у нас хватит с тобой. Боюсь, не хватит. Ладно, давай по 2 будем втыкать, чтобы хотя бы на второй уровень вкачать. Потому что, нет, можно, конечно, все вкачать, ребят, но в этом нет смысла. Сейчас, в данный момент. Поэтому по двоечке вкачаем. Такс. И здесь. Не дешево, конечно, ребята. Все это стоит, блин. Вот эти улучшения, блин, это трындец. Давай объединять. Сколько хватит у нас там? Видишь, уже здесь не хватает. Да, по 20 тысяч-то. Но зато гоблин, ребята, наш усилился. Забираем теперь награды за задание. Так. Так. Тратить энергию Иза. Ага, сотку, как я и обещал, ребят, забрали. Сделать вклад. Это у нас все пока идет мимо нас. Так, что у нас тут? Сфера. Малое синее снаряжение. Так, подожди, давай-ка тут посмотрим по припасам, ребят. Блин, 14 вот этих. Почему, блин, так вот хочется, ребята, взять, увеличить? Но нет, 50 нужно, а у меня... А вот эти я не знаю, куда идут. Твою налево, 145. То есть мне не хватает. Но зато хватает на этих. Ого, 7-я звезда, друзья мои. Берем. Все, Минерва у меня полностью, получается, будет прокачана. Опа, и тут как раз еще 150. Ха, нормально. И тут 150. Значит, какого персонажа мы тогда вкачиваем? Ну, не АИМ это точно. Тут, ребята, либо Страйфа, либо Космо. Наверное, Страйф все-таки. Ну, все.
Ну, здесь просто так откроем. Навскидочку. Красные сферы. Дешевые красные сферы. Ну что, по-моему, тут все, ребят, да? 1750. Так, теперь что у меня? Защита. Подбор игроков через час. Два этапа опять у нас здесь сделано. Спасение мира. И золотая, да? Да, золотая возможность. Окей. Так. Четыре. Почему 4-то события? Опа. Опа. Ты серьезно? Вот это радость. Вот это хорошо, друзья мои. Ага. Минерва так как получила 7-ю звезду, друзья мои. Хе-хе-хе. Ты столько всего сделал для возрождения высшего разума, человек. Результаты весьма впечатляют. Ультимус наш общий враг. Мы справимся с ним только совместно. Когда они схватили меня, то забрали ядра данных. Здесь все необходимые компоненты. Мне только нужно время, чтобы активировать систему и закачать основной загрузочный алгоритм для связи с резервными архивами старейшин. Мы тебя прикроем, но Ультимус уже наверняка прознал о наших планах. Ожидайте серьезного сопротивления. Так... Блин. Ну, тут, друзья мои, тут неважно, на 3 звезды, на 1 звезду ты пройдешь. Тут главное пройти этапы, и все будет окей. И тогда мы сегодня Ника Фьюри прокачаем, ребята, на фулку. По максималке. Он еще при этом получит, по-моему, если я не вру, 7-ю звезду. Но там еще на Октопуса открыто, ребят. Ох, шикарно. Слушай, неплохо. Вот как я только начинаю снимать, сразу что-то хорошее. Вы осмелились помыслить о возрождении фальшивого идола Кри. Ультимус — единственный истинный бог. Я защитник сопротивления Кри и клянусь уничтожить тебя и всех оскверненных. Во имя Кри. Так, друзья мои. Даже, он даже не успел, ребят, он замахнулся, видел, как этот... Вау. Ну что же, вызываем подкреп. Вызываем подкреп. Это страж. Давай, наверное, на двоечку поставим. Так, кто нам здесь помешает? Давай, наверное, Крис Боунса. Пускай они его бьют. Убили. А муравейчик? Ну-ка, сдохни. Блин, не хочется дыхать, а так если... А если я вот так сделаю? Кровотечение. Так, барьер. Ай-яй-яй-яй-яй. Влупим, наверное, мы ей. Давай, усиление. Блин, вот этот гаденыш, конечно... Мы перекачаны для этого этапа, друзья мои. Перекачаны. Кроме Крисбо... Ой, кроме Ультимуса. Фига он ее видел, как шею. Просто хрясь и все, ребят. Ну-ка. Слушай, а тут их дофига, кстати, будет. Че я тут радуюсь? Посмотри. Ёпарасоте. Так, готовлю базовый загрузочный алгоритм высшего разума. Один из 4 только завершено стадий. Ну, инвиз. Ну, давай его невидимость уйдем, фиг с ним. Да бомбанит эту жужелицу. Готово. Кроссбоунса надо взять, ребят. Я не хочу, чтобы он тут массовую свою атаку делал.
Хорош. Дай жужелицу эту. Карат преследователей. Ну, понятно, ребята. Ультимус у нас не прокачанный, поэтому от него особо здесь ничего ожидать и не приходилось. Последняя семерка игроков. А, нет, двойка игроков, да? И последняя пятерка. То есть мы даже не завершим стадию и пройдем с тобой. Просто уничтожим их всех. Получается так. До свидания. Да ладно, ты еще откуда не взялся? Все, друзья мои. Высший разум активирован. Получилось. Хорошо, наконец-то нам удалось получить тактическое преимущество в войне с Ультимусом. Запускаем поиск оптимальной стратегии победы над ним. Поиск начат. Высший разум не забудет тебя, Ник Фьюри. Можешь быть уверен. А будем надеяться, меня едва не преобразили при попытке его спасти. Погрузите высший разум на космический разрушитель. Я прослежу, чтобы их никто не тронул по дороге к моей крепости. Вот так вот, ребятушки. Ник Фьюри сейчас у нас... прокачается. А его другим способом никак. Ну, если только найти как-то случайно карточки, что маловероятно. Поэтому сейчас он, естественно, ребята, будет фуловым. У нас еще вот, ребята, на доктора осьминога хирургический удар. Так, но сначала Ника Фьюри. Так, вначале этих повысим, да? Угу. Пятая звезда у него. И минерочка. Седьмую фуловую звезду. Прекрасно. Ну, где это у нас? Вот он, ребята, Ник Фьюри. Новый ранг. Красота. Ну что, остается дело за малым. Прокачать еще осьминога нам. Подожди секундочку. А осьминог точно у нас по фулке идет? По-моему, по фулке, ребята. Да. 300 из 300. Видишь, вот никак. Вот только в событиях, ребята, их можно прокачать. Больше вот никаким образом. Так, что сейчас мы с вами... Да что ж такое-то? Тут опять что-то мы... Трать золото. В плане. Зашибись, ребят. Глюкануло, не хочет. Подожди, не туда зашел. Такс, ну что? Поехали, друзья мои. То есть мы сражались с Думом по всему миру ради того, чтобы вернуть свои старые адамантитовые руки. Одно другому не мешает. Мне тоже хочется свергнуть и навсегда изгнать Дума с этой планеты. А эти руки наделяют меня невероятной силой. Я не мог позволить Думу расплавить их на заводе Альтрона. Ну да, рад, вы соединились. А теперь отойди от них. Мы возвращаемся на базу удара. Пусть Фьюри разбирается. Сперва мой завод оскверняем, Дум, а теперь я возвращаюсь выдворить его и вижу, что всюду кишат существа из плоти. Сейчас вы познаете всю силу гнева Альтрона и будете стерты с лица земли. Октавиус, надевай свои руки. Так, ну команда здесь не сказать, что супер-пупер прокачана, я буду надеяться, что нам этого хватит. Тут только у нас Дэдпул более-менее сильный и Доктор Стрэндж. По-моему, все, ребят. Больше я там ни на кого положиться не могу. Кейбл слабак. Кто там еще? Я не заметил просто, кто там еще есть. В общем, много слабаков. Эй, большая безумная железка. Да, уходим мы уже с твоего дурацкого завода. Слишком поздно бежать, органика. Сам факт вашего присутствия здесь оскорбляет меня до глубины ядра. Тогда позволь мне и моим новым рукам вырвать его из тебя, Альтрон.
Такс, ну кто у нас тут? А, ну в принципе слабак. У нас слабак только Кейбл получается, друзья мои. Остальные в принципе более-менее. Надо валить Альтрона, да? Это цель номер один наша. Ну и прекрасно. Так, вешаем регенерацию на нас. Единственная проблема, ребята, сейчас Альтрон начнет. Уже начал. А что там делает Курус Глейв, интересно мне знать. Халк, давай провокацию тогда. Усиляемся. Но он тоже не дурак, усиляется, ребят. Ну я тогда не завидую вам. Блин, цель номер один это вот. В плане, я же показал бить этого. Куда ты? В плане, вы задолбали уже. Два Таноса, блин, прибыло. А, они сейчас будут провокации брать. Поехали. Ну, нет, не завалил. А ты? Так, опять, ага, возрождение, ребята. Ну, ему недолго осталось, получается. Все. Ах, как же я давно не ощущал всю силу этих рук. Как же приятно сделать из Альтрона груду металлолома. Да, совсем не жутенько. Я так рад, что мы дали тебе эти супермощные лапы. Эй, Кейбл, можешь мне пульнуть по кентаклям? Не стоит, Уэйд. Октавиус, конечно, пафосный и злобный манипулятор. Но он доказал, что не собирается дружить с Думом. Не нравится мне это или нет... Ну, а тогда не получается, что он тоже член удара. Все, друзья мои, а доктор Октавиус, как ты понимаешь, у нас сейчас тоже прокачается по фулке. Хм. Еще один лямчик бабла мы с тобой сверху получили. Все меньше и меньше, друзья мои, остается событий у нас, где мы можем с вами кого-то заработать. Вот Омегу красную нам надо зарабатывать еще и... Так, и, по-моему, да, Магнета. Магнета, Джубили. Да, еще хватает, если честно. Еще, ребят, хватает, блин. Черный Адам. И Красная Омега. А, так... Тут еще до всех почти. Так, ладно, Октавиус, иди сюда. Вот так вот. Ну а что, прикольно? Стрелок. Так, что мы там еще получили? Что еще за 4 сферы? А? Угу. Смерть пул. Ну, давай все откроем тогда сразу же. Так, здесь. Опять синее минимальное снаряжение. Содержит оранжевые осколки на снаряжение. И опять на уникальное оранжевое. А здесь получается все, да?
Здесь только вот это дают. Блин, слушай, может быть, все-таки хватит мне на прокачку ведьмы? Я имею в виду по уровню. Там вроде бы немножко накопили мы. Немножко, говорю, накопили. Ничего не накопили абсолютно там. Крохи какие-то дали нам. Ну что, эпик компания, я не знаю, друзья мои. Кстати, тут вот заработай осколки опять черной кошки. Заработай. Это все через сутки. И заработай осколки новые. Но, друзья, тут трешняк творится, вот если честно. Просто трэш. Я уже сколько, наверное, дня 3 прохожу или 4. Вот именно бой с этими охламонами. Конечно, опять же, неравные силы. Да и команда такая себе. Не очень мощная. Железный человек из этой волны всегда использует свою мощную способность. Стрелок щита тоже. Их 13, ребят, здесь. Я думаю, что, наверное, вот этого уберем пока. Теперь что? Вот эту хламонку уже больно она критует, блин. Или этого взять? Давай, вот и уклонение, и давай, наверное, вот этого попробуем. Замедляху врубила, блин, гадюка. Они сами по себе мощные, ребят. Я не могу их даже пробить. Смотри, сколько мне нужно сделать ударов, чтобы ему хотя бы пару этих полосочек отнять. И это, друзья мои, только лишь 12. То есть еще столько же будет. Слепоту повесила, блин. Так ты слепой, ничего не сделаешь, промахнешься. Стерва. Что, теперь этого крика попробовать наказать? Собака со своим замедлением, блин. Видишь, что делать, тварь, блин? Она докопалась до медика, блин, и все, и просто его завалила, ребят. И остался без медика, блин. Вшивая, а. Причем не стала прыгать по другим, а именно вот медика добила, гнида. Сейчас так и буду тут кружиться, и хрен своей волной, блин. Все, давайте риту икс, блин. Просто взяла и слепоту повесила. И у ворот еще висит на ней, да? Да ты задолбала замедление, да слепоту свою вешать-то уже, тварина, блин. По 56 тысяч урона. Или 5600, я так не увидел. Без медика очень хреново, ребята. Без медика они меня здесь разберут. Потому что хильнуться, хильнуть некому, блин. Это швабра со своим замедлением, как всегда. Просто непробиваемая тварь.
56 тысяч мы наносим ей урон. Сколько у нее хп, ты извини меня, блин. Сколько у нее хп? Скажи ко мне на милость, блин. По 56 тысяч урона, если мы наносим ей. По 70 тысяч. Хоть бы что-нибудь отнималось, блин. Я в шоке. Стерва еще тут тоже бесявая, блин. Тут она по всем прыгает, а там она медика одного ребята ушатала, блин. Да ты, блин, серьезно, что ли? Твою мать, блин. Вот смотри, у нее одна единичка, блин. Хрен знает, сколько она на этой единичке жить еще будет. Возрождай мне нашего главного. Она еще и хиляется от какого-то непонятно с чего, блин. Серьезно? Сейчас кейжу хана, ребят. Теперь представь, сколько мы эту сейчас будем колбасить. У нее пока снимаем щиты, ребят. Давай на автобой поставим. Так, просто быстрее будет. И пофиг, никакого негатива на нее не повесили. Это мы только броню сняли с нее. Теперь пошло хп отниматься. И это, ребята, 9 из 27. То есть еще будет 8 персонажей. Помимо вот этой вот швабры. Как бы, я просто к чему говорю, друзья мои. Несоизмеримое соотношение моих персонажей и вражеских персонажей. Ты сам видишь. Просто пипец какой-то. Бомбишь, 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 бомбишь. И ей пофиг. Каждый наносит почти по 60 тысяч урона. Да ей пофигам. Только сейчас у нее пожелтело хп, блин. Покраснело, блин. У нее лечение, шкалу себе барьерную, как ты видишь, она ставит. Вообще по нолям ударил. Ну, понятно, по нолям, потому что у нее щит. Пипец какой-то, ну просто пипец, ребят. У меня кейдж даже меньше наносит. Он 40 тысяч урона сейчас. Опять она себе броню восстановила. Опять волну эту. С замедлением. Нас сейчас только здесь чувствует себя прекрасно. Это гоблин, более-менее. Но следующую волну это факт. Я не пройду, ребят. Капитан Марвел из этого, он всегда использует там свою суперспособность.
Тут трэш. Я даже не знаю, с кого тут. Ну ничего, слепота там висела. То опять же, это стерва X. И сразу начинает валить гоблина. Сразу начинает валить гоблина. Самого сильного персонажа, который у нас тут есть. Как ты мне, дорогая шваль, а? А, их тут две. Тут две иксовки, друзья мои. Просто взял и разобралась. Команда фуфельная. Фуфельная, блин. Осьминога нету, блин. Вместо этого дали мне какого-то, как тебе объяснить-то, ночную сиделку из хилов, которую, блин, ну просто, ребята. Не варик. То есть это еще минимум день, а может быть и два, ребята. Вот так вот по одному персонажику, блин, сносить. Как эта швабра меня вымораживает просто. Надо, блин, вообще глянуть, какого они там нахрен уровня, блин. Ну просто какая-то... Я не знаю, ребята. Какой-то нереал, блин. Ну ты видел, мы с тобой бомбили, им пофиг. Я сейчас гляну, какого они уровня. Мне кажется, там... 150-180, не меньше. Я не поверю, что они до сотки. Такого быть просто не может. Такого просто быть не может. Чтобы они были до сотки. Ну вот, ребята, 130, 120, 137. Ну почти 140, ребята. 140-й, тут даже выше есть. Понятное дело, они мою команду и разнесли. С какого хрена здесь ночную сиделку дали, я не понимаю. Ночную сиделку дали они. Почему же вы не дали мне сюда доктора осьминога, блин? Ночную сиделку. Вообще не вписывается в эту команду, ребят. Здесь тоже, ребята, 16-го персонажа с категорией шмоток 16-го, снаряжения. То есть Кейджа, Остервятника, вот это вот. Вот этих четверых нужно прокачивать, ребят, до 16-й категории. Что произойдет не очень скоро. Ну, здесь я вообще молчу. Тут, по-моему, 18-я категория, да? Тут... Сюда вообще не скоро попадешь. А если даже попадешь, то прикинь, сколько нужно силы затрат, чтобы их до 18-го, ребят, прокачать. 18-го уровня шмоток. Так, сейчас одну аренку быстренько пробежимся с тобой. Ну, давай сюда сходим. Быстренько разберем. Быстренько, если получится. Хотя, что не должно получиться-то? Там не особо-то и сильные персонажи, если честно. То, что уровень, да, большой, я не спорю. Это смерть пул или нет? Это Гамора, по-моему. Такс, давай бафаемся. Бесполезно. Поехали. Это, естественно, баф пошел у нас. Баф, реген. Все как полагается. Ну, Гамора возродится. А у нее же реген был, ребят.
То есть, оживление. Почему она не восстала, непонятно. Все, до свидания. «326-й был, 325-й стал?» Хорошо, они меня оценили. Ни одного бойца не погибло, они меня оценили вот так вот. Красавчики. Что я могу еще сказать? Молодцы, гениально. Просто гениально. Ну, сюда я могу только, ребят, вступить. Но драться у меня вряд ли тут получится. Хотя, если вот здесь вот посмотреть... Как думаешь, сможем победить? Да вряд ли. Угу. Просто, друзья мои, вот. Да потому что их команда там наверняка полностью фуловая вышла, блин. 20 человек, блин, и мои 6 персонажей. Там один по ходу сделает все. Ты уже будешь валяться. Так, слушай, какие-то такие награды тут более-менее... Хорошенький. Зайдем в магазин. Нифига себе. 14 персонажей. Ага. Барон. Немар. Такс. Бернс. Еще 6. Так, плащ. Слушай, ну наверняка кто-то прокачается. Бернс, наверное, прокачается, ребят, у нас. Скорее всего. Надеюсь. Киллмонджер. Саблезуб. Йо-йо. Так, сколько? Все? Все. Так, и тут у нас еще синие шмотки. И фиолетовые шмотки. Ну-ка, давай посмотрим по персонажам. Может быть, кто-нибудь все-таки прокачается. Там уж больно много осколков, ребята, получали. Баки Барнс, я думал, ребят, прокачаться, а у него 200. Нет, конечно, нет. По ходу дела здесь никто не прапается. Фордж. Стоит ли мне качать Форджа? Карнак мимо. Киллмонджер. Боевая ярость. Шаттерстар тоже не хочет. Это Икс, блин, а? Какая же она там говнюка, просто. О, смертьпул, друзья мои. Ну, 4 звезды получила. Ага, плащ. Плащ, друзья мои, тоже получает 6-ю звезду. Ну и, наверное, все, да? Немора еще много тут надо. Так, Мэдлин Прайер. Ну да, все, ребят. Ну, тем не менее. Тем не менее, ребята, перевели мы нормально так. Некоторых бойцов повысили в ранге. Плащ вообще получил 6-ю звезду, то есть ему 7-ю и все. Фуловый парень. Гвенпул, тут одна ей карточка нужна, чтобы получить
У нее еще, кстати, кристалл уже есть. Чтобы получить ей пятую звезду. Такие. А, кстати, ребята, я еще хотел сказать, что я уровень получил. У меня теперь 89-й, был 88-й, стал 89-й. Получил буквально сегодня днем. То есть не сегодня, а уже вчера, потому что сегодня уже новый день. Так что я 8, вон даже видно, 89-й. Только-только началось, ребят. Так, ну что, у нас все походу получается. Все, что мог, друзья, сегодня я сделал. Играли сегодня не за кадром. Можно, конечно, обновить. Давай обновим. Ну, фиг с ним. Сколько там? 14. Только один раз. Я, наверное, золотые промо-кредиты возьму. И вот это возьму. Это только ради ведьмы, ребят. Только ради алой ведьмы. Чтобы все-таки ее вкачать. Уровень шмоток 16. Гоблин, а тебе? Вау, вау, вау. Это-то есть, а хватит ли? Нам не хватит. Конечно, не хватит. Так, что я там еще взял? А, вот здесь он, да? Хрен его знает, кому тут. Множителя прокачивать? Или темного зверя, или X? Фуета. Ну, давай, наверное, прокачаю Крейвена. И... множители. Подожди, там у нас две сферы. Это, наверное, первые, ну да. Самые первые, самые слабые. Да. Золотая, золотая. Давай сюда. Все, ребятушки, все. На сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.